Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигрятки. Сегодня с вами снова я, тигр Надя. Сегодня я буду с вами делиться своей радостью, своим огромным заказом с закупки Сималенда. Это моя первая общая закупка с кем-то, потому что раньше я могла только об этом мечтать. В нашем городе нету человека, который делает закупки Сималенд. И я случайно в один из чудесных дней на просторах YouTube вышла на канал Елена Босс, и она рассказывала про вот эту закупку, про группу Trendy Scrap, где девушка Татьяна делает такие вот закупочки, и у нее, как мне показалось, самые хорошие цены за доставку. Я решила, почему бы и нет. Там как раз-таки закупка была, и в течение нескольких дней я вот выбирала и потом все скинула. И вот, вчера мне все пришло. Вот такой вот наборчик был, морозные узоры, это для декора. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим. Вот такие вот прекрасные, чудесные штучки входят в этот набор. На самом деле, я очень давно хотела заказать нечто подобное, чтобы раскладывать на видео, да, на фон, вот такие вот декоративные элементы, потому что смотрится очень мило, нежно и красиво. И вот этот набор мне больше всего понравился, потому что у него все такое нежное, все такое красивое, голубой, сиреневый, коричневый, здесь оттенки мои любимые, и это не может не радовать, все такое очень-очень классное, природное, прям настоящее живое. Посмотрите, какая красота. Ёлочная такая веточка. Еловая веточка такая. Голубенькая, очень красивая. Здесь есть вот таких вот три шарика серебряных, которые постоянно от меня убегают. Они очень такие прикольные, переливаются. Один все-таки от меня убежал. Ну ладно, потом я его найду. Тут еще есть вот такие красивые звездочки. Их тут две. Они безумно тоже красивые, такие деревянные. Вот. Посмотрите, как красиво. Очень люблю такие элементы. Они как-то смотрятся душевно, как мне кажется. Перышки тоже очень нежные, голубенькие. Вот здесь есть еще вот такие веточки. Есть вот такие сухоцветы у нас, которые тоже немножко осыпались, но все равно все это очень-очень красиво выглядит. Все так сделано, интересно. Я думаю, что шишки настоящие. Да, они настоящие. Вот они. Насколько я помню, перед оплатой заказа я отказалась от этого набора, потому что у меня не хватало денег. У меня была четкая сумма. И попросила Татьяну исключить из заказа данный набор. И, как я понимаю, она положила мне его в подарок, за что я ей просто безумно благодарна. Потому что маленькая мечта сбылась. Давайте-ка по-быстренькому начнем смотреть элементы, которые здесь на столе лежат. Я взяла вот такие вот высечки на новогоднюю тему. В основном все в этом заказе будет на новогоднюю тему. Здесь у нас 40 штук, некоторые уже вылетели. Вот такая вот, например, это письмо изменит твою жизнь. Да, тут зайчик отлетел, он с этой стороны где-то болтается. Тут есть вот такие вот тоже прикольные. Дед Мороз принес тебе посылку, волшебные мгновения. Потом есть в виде писем, в виде тежиков. Тоже очень-очень красивые элементы вот такие вот. Все цены я обязательно буду где-нибудь здесь внизу написывать, чтобы вы посмотрели, сколько это обошлось именно по закупочной цене. Затем вот такой вот классный тоже набор. Очень красивый. Вот здесь тоже 40 штук высечек. Тоже новогодние. Я думаю, что такие можно использовать и в январе, и в феврале, и не только на Новый год. Потому что они просто на зимнюю тему. Следующие высечки уже вот такие вот. Я бы сказала, более космические. Ну, все в моих любимых оттенках, как всегда. Поэтому письма в этом году будут особенно яркими. Вот такая вот красота. Очень классная.
Конечно, не все в письма пойдет, что-то уйдет на оформление дневника и блокнотов, разные там оформления фото для Инстаграм. Ну и посмотрим. Может быть, что-то уйдет на посылке. Так что вот такая вот красота есть еще. Вот такие высечки еще у нас. Прикольные тоже со снеговичками. И есть еще у нас вот такие. Смотрите, вот эти мне очень нравятся, потому что здесь черно-золотая такая тематика. Более такая современная. Вот. Тоже очень красивая. Вот. И последние высечки у нас выглядят более книжными такими простыми иллюстрациями, но в то же время очень классными. Вот они, приятный сюрприз с Новым годом. Разные тут домики. Много всего. Да, тоже очень красивые. Теперь переходим к скраб-бумаге. Ее сегодня будет очень много, вы даже не представляете сколько. Вот таких листов, кажется, я взяла два, пока я еще не вижу, но там где-то, наверное, внизу, скорее всего. Ладно, потом найду. Он мне больше всего понравился, потому что здесь цветы, пионы, сирень. Очень красиво смотрится, правда? Безумно красивый. Со второй стороны он вот такой вот. Типа золотинки, но на самом деле нет. Вот. Розовый такой фон. Давайте всю бумагу я просто под музыку вам быстренько покажу. Потому что стоимость у них у всех одинаковая. Размер 3,5 на 3,5. Thank you.
много было бумаги, правда? Но это были только листы. А теперь я покажу вам три набора, три альбома, которых я взяла. Тоже 3,5 на 30,5, 12 листов. И это тема космоса. Называется набор «Бесконечность». Такие вот здесь дизайны. Очень красивые, правда? Я думаю, что смысла распаковывать бумагу нету, потому что, смотря на обложку, можете увидеть сразу все дизайны, которые есть внутри. Еще набор вот такой вот новогодний. Я взяла черно-золотой. Тоже вот такие вот здесь внутри дизайны. Очень классные. Последний набор. Вот такой вот. Безумно тоже красивые здесь оттенки. Я уже взяла к нему очень много разных элементов. Некоторые из них вы видели. Я показывала вам, это были высечки, чипборды. А здесь у нас еще в набор идет в подарок календарь. И в предыдущем наборе тоже идет в подарок календарь. Так что такая вот красота. Этот набор «Северное сияние» называется. А тот назывался «Magic Year». Теперь давайте потихоньку будем смотреть, что было в отдельном пакете. У меня получилось на две посылки. Одна 2 килограмма весила. И сколько-то там грамм, честно, не помню. А другая 200 грамм. Итак, в другой посылке у нас были вот разные такие висечки, топсы, наклейки и так далее. Я решила взять вот такой вот набор. Здесь 40 штук. Это на тематику кухни. Тут разные вот баночки варенья, всякие высечки, где рецепт можно написать, заметки, потом, ну, это для оформления, скорее всего, такого кулинарного блокнота, но я планирую сделать фолдер. Далее я взяла 2 набора открыток, таких вот. Один у меня уже есть, вот такой. Я еще пока думаю, что сделать с точно таким же, хотя у меня может просто не хватить открыток новогодних, которые у меня есть, которые я хочу подарить своим бумажным друзьям, поэтому, может быть, он тоже пойдет на письма. И второй вот такой вот. Скорее всего, я сейчас вам его покажу. Это одна серия открыток. Здесь безумно красивые. Так, это Кришнагами у нас. Вот. С Новым годом, радости и счастья. Здесь 8 открыток. И они все безумно красивые. Такие вот. Очень-очень по-современному они сделаны. Но в то же время очень приятные глазу. И необычные для почтовых оформлений. Потому что мы привыкли ко всяким стандартным открыткам. Да, где одни и те же. Дизайнеры из года в год рисуют нам открытки. Так, сейчас буду потихоньку показывать. Здесь у меня целая куча, поэтому все будет в разнобой. Во-первых, у меня здесь вот такой набор шильдиков. Не знаю, почему шильдики их называют, но мы же с вами знаем, что это теги, правда? Вот такие вот золотым тиснением у нас. Очень они такие прикольные. Здесь у нас 6 штучек таких вот разных. Очень они красивые. Мне кажется, одни из самых красивых. Далее 2 набора чипбордов, которые как раз-таки подходят к всем наборам бумаги, которые я взяла. Такой вот голубой. И золотисто-черный. Очень тоже классный. Такие плотные. И они вырубные. Да. С этого пакета у меня уже выбегают мои топсы. Еще хотя время для них не пришло, но вот такие вот топсы я взяла. Здесь с енотиком есть, с котиком. Очень прикольные такие. Здесь вот даже сказано, что идеально подходит для оформления скреп-страничек, открыток, блокнотов, конвертов и карточек. Я буду пускать их, конечно же, для писем и для фолдеров. Вот такие вот они. Так, я взяла вот такой вот набор карточек, даже не знаю, как показать. Вот, вот здесь вот 14 дизайнерских карточек, 4 10 на 15, 4 7,5 на 10 и 6
5 на 5. 5,7 на 5, да. Карточки очень прикольные, кстати. В общем, не знаю, как вам показать, но карточки с блестками. У них такая бумага, она золотом сделана, и я вот не могу вам показать. Но, в общем, когда на свет направляешь, получается золотистое сияние. Ну, вот так вот. Да, вот так вот вам видно. И это абсолютно на всех карточках. Видимо, такая бумага. Очень она прикольная. Такая, знаете, перламутровая. Такие вот открытки у нас. Они у нас односторонние. Печать не очень с этой стороны, как вы можете заметить. Поэтому я их буду клеить на обложки фолдеров, либо вставлять как странички. Вот такие вот 4. Вот такие вот 4. И вот таких вот 6. Удивительное мгновение. Следующий набор карточек вот такой вот. Я думаю, его не открывать. Здесь обычная бумага, вот они, дизайны. Здесь вам видно. Все такие цветочные. Тоже 4 открытки, 4 карточки и 6 еще карточек разных с надписями. Взяла еще вот такой набор. Тоже совершенно обычные, на обычной бумаге. Вот такие вот дизайны. Здесь золотисто-черные, опять же. Тоже очень прикольные. И последний вот такой вот. На тему лаванды. Конечно, как я могла пройти мимо, я очень люблю лаванду. Вот они, карточки. Очень прикольные. Следующее, что я вам покажу, это калька. Такая вот. На такие темы. Вот с такими дизайнами. Вот. Здесь у нас три кальки. Прозрачные. Очень прикольные они. 15 на 15. Да, вот с этой стороны видно. Такой вот узорчик со снежинками. Тоже хочу некоторые интересные такие работы с ними сделать. Я думаю, я вам покажу в каком-нибудь из видео. Мы вместе с вами сделаем. Затем вот такие вот теги. Что, улетел он у меня? Ну ладно, вот таких вот 6 штучек. Они темноватые немножко. Такие тоже прикольные. Собачка классная. С этой стороны они вот такие. Далее вот такие теги. Тоже 6 штук. Вот такие теги. Очень классные, мне кажется, очень-очень классные. Ёжик такой классный тут. Вот такие. Мне так нравятся они. Особенно вот этот писец. Он такой прикольный. С подарочками елкой. Вот так вот они сзади выглядят. Вот такой вот лист наклеек. Очень классный. Очень красивые наклейки. Взяла оверлей. Два набора. Набор прозрачных карточек. Let it snow. Вот такой прикольный. Очень красивый, правда? Мне особенно вот эти снежинки нравятся, серебряные. Так, здесь у нас три штуки. Да, вот эта вот большая и вот такие две. Здесь вот показано. Просто как полароидная рамка будет. Будет в виде баночки и в виде такой открытки. Оверлей – это изображение, которое наносится на лист тонкого прозрачного пластика. Они могут использоваться для декорирования фотографий, альбомов, открыток, блокнотов и многого другого. Оверлей крепится при помощи прозрачного клея, брасов или машинной строчки. И вот такой вот с золотым тиснением я взяла.
Я пока еще не знаю, буду я в свои работы это включать. Ну, то есть в свой личный дневник или в свои блокноты. Либо я буду использовать это на фолдере. Может быть, что-то одно возьму себе, а что-то буду использовать для писем. Тут тоже такой же дизайн. Полароидная карточка, открытка и просто такая открыточка тоже. Но безумно красиво. Далее у нас будут интересные вещи тоже. И топсы, и не только топсы. Сначала я хочу показать вам то, что я взяла себе наконец-таки новые прищепки. Взяла вот такие вот 4. Очень прикольные. Тут вот пингвин, лисичка. И еще один пингвин и ежик. А вот это... Это, скорее всего, сова все-таки. Да, это сова, вот пингвин. Тоже очень такие прикольные. Понравились мне. У меня мои закончились, уже некуда вешать открытки и фотографии. Вот такие вот топсы. Тоже очень прикольные. Затем вот такие топсы взяла. О, очень классные. Вот это нравится мне. Взяла на тему космическую топсы. К той бумаге. Потом взяла вот такие топсы. Более такие крафтовые. Еще вот такие. Собачья лапка. Прям тематично. И кажется, из топсов... А нет, вот еще два набора последних. Вот эти вот мне больше всего понравились. Такая книжная иллюстрация. Этот кролик очень нравится. И вот такие. Под вот эту бумагу. Очень красивая. И последнее, это я взяла наборы карточек. Два таких вот набора, по 10 штук в каждом. Они напечатаны на плотном картоне. Но в то же время они не сильно толстые. Здесь вот вырубной элемент с сердечком. Здесь тоже. Это на тему любви, Дня Святого Валентина и так далее. Ну, я думаю, их использовать и так. Какие-то буду использовать свой дневник, какие-то буду использовать в работах. Вот такие очень красивые. Это рамочка. Скорее всего, вот так вот. Да. Потом вот так вот. Наша история. И вот так, лучший день. А здесь вот такой вот набор более свободной темы, но в то же время здесь и любовь, и путешествия, и дом, и семья, и самое разное. Я думаю, можно вообще с любыми работами использовать эти карточки. Вот такие вот карточки. Вот большие, тут у домиков окошки можно вырубать. У дверки тоже можно окошки вырубать. Здесь сердечки. А здесь рамочку. И опять же, скорее всего, вот так вот, мне кажется. Смотрится. Можно фотоальбом использовать. Будет очень-очень креативно. Такая. Такая. Это немножко помятая, кстати. В целом все товары качественные и стоят своих денег. Вообще я считаю, что это просто копеечные цены, потому что придя в Читай город или в тот же Леонардо или в какие-то другие магазины, да, я вот закупила, потому что на Алиэкспресс уже не купишь, да, за те цены, что мы раньше покупали. И поэтому всегда в грусти смотришь на эти общие закупки Симоленд. Потому что знаешь, что в основном все магазины закупаются там. И просто плакать хочется. А тут наконец-то появилась такая возможность покупать по оптовым ценам. И экономить просто в 10 раз, да. И покупать столько, сколько тебе хочется. А не так, как привыкли, придя в магазин. Там 1, 2, 3 листика купил за 45 рублей.
Это я сейчас проскрёб бумагу, и все. А хочется-то было больше, да, для работы надо больше. А тут просто за копейки покупаешь альбом, целый альбом, да, и один листок 30 на 30, да, у нас стоит 45 там и выше, а здесь за 12,5 рублей. Ну, разница большая, правда? Поэтому я считаю, что я буду дальше закупать, и я пусть буду дольше ждать, но покупать то, что мне нужно. Вот. И я обязательно оставлю вам ссылки внизу. Заходите к Татьяне и покупайте, делайте тоже закупку, потому что дешевле цен я ни у кого не видела. Я смотрела очень много разных городов, но вот у Татьяны ниже всего цены на доставку. Так что такие дела. Хочу еще раз сказать огромное спасибо Татьяне. Огромное спасибо всем Элэнд, то, что вообще они есть. Вот. И я всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока-пока.